Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Максим, конец ноября. Подошло ли время подводить итоги года или еще рановато? Я думаю, еще, наверное, рановато подводить итоги, хотя общая картина уже понятна, но, тем не менее, официальная статистика выходит в начале января даже, поэтому обычно у нас... Январскую передачу мы посвящаем итогам и прогнозу на следующий год. Вот. Но могу сказать, что, что на сегодняшний день какая статистика, потому что вот сейчас есть уже за октябрь, да, на Япской еще статистики нет, но похоже, что уже, в общем-то, особо ничего не поменяется. Значит, интересные факторы – это количество продаж, цены и так далее. Значит, по количеству продаж, продажи в Кондо мой любимый сегмент, Безусловно. вот, выросли почти на 30, на 28,9% относительно прошлого года. То есть это огромный рост спроса. Да? Теперь количество домов отдельно стоящих, наоборот, упало продажи, То есть на 18,3% упало тоже очень большое падение относительно прошлого года. По ценам что происходит? Значит, цены на кондо в среднем выросли на 13%. А, цены на дома в среднем выросли на 27,7, то есть в два раза больше, чем на кондо. А, но опять же есть нюансы. То есть это все средняя статистика. Мы много раз говорим, что надо смотреть конкретные эрии и так далее. Потому что если взять, например, 905 эрия код, то там картина совсем другая. А, там получилось, что конда выросли на 28,6%, а дома на 29,7%. То есть ну, примерно одинаково. Да? А, то есть, почему средняя статистика эм, разная? Потому что меньше всего подорожал даунтаун. А даунтаун – это сплошные конды. Хотя, что значит меньше всего? Подорожание даунтауна 10,6%. Самое большое количество домов в октябре было продано в диапазоне от 1 250 000 до 1 500 000. То есть, это самый ходовой сегмент, в котором было практически 80% сделок. Значит, в Кондо это цена между 600 и 700. Это м, тоже самый ходовой, где м, самое большое количество сделок. Ну и средняя цена по домам, по GTA, это мы говорим, стала 1 550 000, что на 30, лишним, на 30 выше, чем в прошлом году, а средняя цена по э, квартирам стала 704 тысячи долларов. То есть тоже поднятие больше 20%. Везде дабл диджис подорожание. И при этом, при всем, очень интересная статистика, это сколько дома и квартиры находятся на рынке. Примерно одинаковые на данный момент. А в среднем около 15 дней на рынке находится и дома. Причем дома-то, они вообще понятно, почему 15 дней, потому что их всех выставляют на multiple offer, и ждут 10 дней, пока, пока эти офферы примут. То есть, в принципе, если выставить без multiple оффера, то, наверное, <свят> 2-3 дня <свят> будет средняя цена. С конда немножко помедленнее, то есть... сертификат ждут. <свят> конда, я скажу так, процентов, наверное, 30 только сейчас выставляется на multiple оффер, процентов 70 выставляется обычно, но, тем не менее, тоже продажи в течение 15 дней. Короче, все буминг. Алекс, а что происходит, на ваш взгляд, что в моей Канаде, да. Просто, да? вашей Канаде на рынке отдельно стоящих um, дома. Я вам скажу, очень интересно. Люди все говорят, что дома выросли в цене, все очень дорого, там все растет, рент вырос в цене. И то, что мы сейчас видим, подорожание домов, нам кажется, что на 30-40%, там 20%, на самом деле это инфляция. Мы в инфляции. Еще не в гипер пока, но, но в хорошей инфляции. И это то, что сейчас происходит. И поэтому, если мы посчитаем Многие говорят про интерес, вот, разговаривают о том, что он вырастет. Инфляция. То есть никакие интересы здесь не помогут. И, в принципе, если вы зайдете на мой YouTube-канал, найдите последний вебинар, я как раз там говорил по поводу вот этого падения количества продаж. Это не просто так. Значит, количество продаж падает, и одновременно мало строят. И вот мало строят, количество продаж падает, инвенторий нету. А людей приезжали, сколько приезжали, и это еще не до конца приехали. Из-за пандемии приехало намного я меньше, б, я б сказал, чем ожидалось. Только, только начали приезжать. Они еще не приехали, они только еще в пути. А представьте себе, когда они да, приедут. И то, что я говорил на последнем вебинаре, прогнозом значит, нужно построить э, миллион единиц жилья за следующие 10 лет. Миллион единиц жилья за 10 лет. Сейчас, когда есть буминг строительства, в этом году есть действительно буминг строительства строит очень много. И домов, и конда, всего строят очень много. Они дойдут, может быть, до 80 тысяч, когда план 100 тысяч. А до этого было 60-65 тысяч. То есть мы все время в недостатке 20-30 тысяч каждый год, который накапливается. И то, что сейчас происходит на рынке недвижимости, вот эти астрономические рост цен, они в основном действительно в сегменте, скажем, до полутора миллионов примерно. Но которые дома дорогие, они тоже выросли. Потому что, понятно, если уже uh, One Car Garage Дом приближается 1,5-1,6, ну не может 1,8 продаваться ту car Garage Дом. Понятно, что он тоже вырос. Единственное, на мой взгляд, вот где практически нет подорожания, да, сегмент, это, ну, стоит, в общем-то, ну, может, чуть-чуть подорожает, это а совсем дорогие дома, которые там по 6, по 8 миллионов. Они примерно сколько стоили раньше? Не знаю, как 6-8 миллионов, но дома, которые, скажем, 3 миллиона и выше. Нет, 3 это уже не самый дорогой. Да. Дорогой. Это, Опять ну, же, 3, и, смотря где 3. Скажем, 3 в Ричмонд-Хилле это вообще норма. Да. Если 3 в Берри, наверное, это какой-то эксклюзив. Да, 3 кар-гаража домов нету. Просто нету, то есть не выходит один-два дома и сразу продаются. Нехватка домов. И сейчас я где-то прочитал, что большие дома сейчас будут больше востребованы. Дома, которые выше 3000 трехфичестверфит, будут востребованы больше. Почему? Потому что билдеры их почти не строят сейчас. Их невыгодно строить. Выгоднее построить таунхаузы. Сейчас начали строить стакабл таунхаузы. Сейчас это все вот уменьшается. Это самый, кстати, будет распространенный сегмент в будущем, да? Это вот. Стак uh, да? стал. Yeah. То есть, в принципе, это квартиры по большой. Квартиры, счету. Uh, квартиры побольше площадью и в малоэтажном строительстве. Вот. И поэтому это все это происходит. Теперь ты хорошо заметил, что 905 вырос больше, чем через 16. Почему? Это тоже то, что мы говорили, что люди переезжают на периферии. 905 это периферия. То есть 905 это не только Торнхилл и Ричмонд Хилл. Если мы сейчас пойдем чуть дальше, посмотрим, сколько выросло там, скажем, Найагра, Фолз, Берри и другие, так там уже 40 50% некоторые даже доходят. То есть люди уезжают из центра. Почему? Потому что а, происходит а, движение работы онлайн, что мы все время говорили. Максим, а что сейчас происходит а, с новостройками? Распродаются ну, что... быстро или охлаждение? С новостройками все как было, так и осталось. И мало того, ну, я считаю, что это просто уже ненормальное явление, да? Дело в том, что показателем, наверное, был. Я очень скептически к нему относился. Надеюсь, у меня не смотрит девелопер. А это проект 33 Йорквилл, который ну, самый таповый проект в самом центре Йорквилла. да, и где, когда перед продажами нас небольшое количество агентов сыграл девелопер, это крупный девелопер, вот, и это Перминтон. И они сказали, мы будем начинать продажи по 2000 долларов за Скворфит, так? Но, говорит, это будет небольшое количество квартир по этим ценам продано, просто чтобы как бы начать бум проекта, потому что, действительно, проект очень большой, Тысяч, больше тысячи квартир по таким ценам продать не этот. И, а дальше мы начнем поднимать. А, они говорят, нам нужно, чтобы выйти на нормальную прибыль, на которую мы рассчитывали, средняя цена продаж 2-300 за Скворфит. Безумные деньги, так? А, поэтому у, у нас там мы не особо работали с этим проектом. Буквально несколько продаж, это так купили люди, кто просто хочет для себя. Потому что я, как бы, ну, в плане инвестиций, но ну, я немножко, опять же, он будет и три стоить, но меня немножко напрягает такая цена. Но то, что было, да, то есть, вот этот пул, который выпустили по 2000, да, особенно китайцы очень много покупали, да, там были агенты, которые по 15, по 20 квартир продали. Вот, то есть он разлетелся буквально в следующие дни. А дальше они открыли этот проект э, большому количеству агентов. Опять же, не всем. То есть есть маленькая группа Platinum, потом VIP-агенты, а потом уже всем. До всех он еще не открылся. Но даже когда открыли VIP-агента, моих, наверное, человек 300-400 уже, да? И это то, что мы увидели когда-то до пандемии, то есть китайцы со стульчиками, с зонтиками сидели с прошлой ночи, вот на следующий день открывают. То есть вот это такое что творится с, на мой взгляд, очень дорогим проектом. А то, что находится в 905-й эре Коди, да, особенно сейчас очень э, Скарбора южная, которая у воды просто буминг. Так проекты, они просто не продаются, по большому счету. То есть вот он, он сегодня есть, завтра открытие, а завтра в 12 часов уже квартир нету. То есть мы заранее, за, там, за 2-3 недели готовим, отсылаем все эти резервейшены, через буквально там день-два распределили квартиры, и все, больше ни одной квартиры в Кое. И это практически в каждом проекте. То, то есть это говорит о том, что строить недостаточно, опять же. Mm -hmm. Строят очень недостаточно. У меня и... только что вышло видео на В нашем канале, можно посмотреть на NewGTA Condos видео о именно количестве нехватки недвижимости и приросте населения. Там очень много статистики. Посмотрите, очень интересное видео. На данный момент нехватка 110 тысяч. Да? Для того, чтобы следующие пять лет а, единиц жилья. Да? Там все берется средняя статистика, то есть средний хаусхолд это 2,5 человека. Вот, так вот, для того, чтобы м, следующие 5 лет свести на нет, это надо построить 570 тысяч э, единиц жилья в GTA. Да? А на данный момент 350. Причем вот это 350, оно не меняется последние 10 лет уже. В два раза увеличить темпы строительства, это просто нереально. Это невозможно. Я не верю, что и через 10 лет увеличить два раза. 10-15% возможно, наверное, но это максимум. Да, это один из основных вещей. Сейчас поставками творится с Ну, сейчас да. вообще сейчас, сейчас разговоры идут, только бы сохранить да. более-менее то, что были, те объемы. Да. Алекс. Многих сейчас интересует: стоит ли продавать или подождать коррекцию цен. Я вообще считаю, никогда не стоит продавать. Потому что, ну, опять же, бывают разные ситуации. Но в основном надо стараться удержать недвижимость как можно дольше. Потому что это ваш hard assets. А покупать, стоит а покупать? ли сейчас покупать? Те люди, которые выжидают, стоит покупать, не стоит покупать, как правило, проигрывают. Это люди, которые ищут себе оправдания, эскьюзы, почему что-то не сделать. Потому что real estate это не wait to buy, это buy and wait. И все. То есть надо купить и ждать. Если человек, кто вы... Невозможно купить нигде, никакую акцию на самом низу и продать на самом верху. Это невозможно. Поэтому сказать будет ли коррекция? Конечно, будет коррекция. Она будет. Она может быть Без коррекции завтра. не может быть. Конечно, то есть, периодически они случаются. Она будет, и, может быть, завтра, она может быть, будет через год, она может быть, через пять лет, никто этого не знает. Но самое важное, то, что я опять подчеркиваю, когда вы покупаете, у вас должен быть план B. То есть вот мне люди звонят иногда, говорят, вот если мы купим такое, если произойдет такое, я всегда пытаюсь найти всевозможные сценарии, чтобы люди не потеряли деньги. Теперь, что получается? Если вы купили дом, и он приносит вам кэшфлоу или хотя бы на ноль, хотя ноль сегодня это уже не очень хорошо, хотя бы кэш, должен быть кэш, кэшфлоу, то вам не важно, если будет коррекция. Потому что вы сможете продержать это столько времени, сколько нужно, потому что из вашего кармана ничего не уходит. А это hard assets, как мы говорили, это инфляция, которая сжигает деньги, а это ваш hard assets, который сохраняет ваши деньги. Максим, в прошлой передаче вы рассказывали про проект в Калгаре. Как прошли продажи? Точно так же, как и в Торонто. <laughs> то есть, да, не, не успели. Знаешь, кстати, в Калгари буминг не меньше, чем в Торонто сейчас происходит. Сейчас везде то, что цены в три раза ниже. Ты знаешь, я когда-то подготавливал по Калгари, вообще, мы же очень долго готовились, перед тем, как мы вошли на Калгари рынок, практически полгода мы его изучали и так далее. И я удивительные факты столкнулся, что с 7 по 2007 по 2011 год в Калгари цены были дороже, чем в Торонто. А сейчас они в два с половиной раза ниже. Потому что Торонто рос, рос, а, -а, -а. а Калгари заморозил с тех пор. Сейчас как раз время с был Калгари. это... Был как раз цена на нефть. Я, я, я просто скажу, вот в этом проекте, да, сейчас уже все, как бы он продан, поэтому можно, потому что там, когда была прошлая передача, я сказал, что будет, я знал уже цены, но это была интрига, и как бы я не имел права mm -hmm. их говорить. Вот проект, который продавался, в принципе, он был продан за полтора дня, весь проект. Значит, он сравним был с Йорквиллом в Торонто. Да? То есть это самое-самое таповое место даунтауна Калгари, прямо на берегу реки, где пешеходный мост, в этот основной их парк, который на острове находится. То есть, ну, круче не придумаешь, да? Вот квартиры площадью 1000 скверфит стоили 650 тысяч. Квартиры ванн-бедрумные, которые были там по 500, это было 360-370 тысяч квартир. При том, что рент, а да? при том, что рент ниже Торонто на 30%. Вот. Поэтому, естественно, и Калгари очень сильно развивается. Там сейчас То есть все... сколько квартир, которые 650 тысяч сдается? Ну, 650 – это большие квартиры, да, да? Она это она с лишним скверфит. Я все две таких квартиры там купил. Да. И она будет сдаваться где-то 2700. Вот. А маленькие, вот, 1500-1700 они сдаются, но они стоят 350-360 mm -hmm. тысяч. Вот. Причем Калгари очень интересный, я... там очень много строится низкоэтажного конда, кондо, да? такие комплексы в 4-5 в пять этажей, они mm -hmm. в основном по краю города, но у них прекрасные ЛРТ, то есть это край города, это ну, как бы их периферии, это 20 минут на ЛРТ до центра, поэтому... А город-то не маленький, что, бумер, там и университеты все, там прекрасная налоговая политика. Ну если сравнить даже, я понимаю, что это несравнимо, как бы, но вот, скажем, Honda в даунтауне Калгари за 650 тысяч, за 2700, ну там мейтенс уже какой-то есть, да, там 200-300 долларов, наверное, сколько. Да, ну не меньше мейтенс, чем в Торонто, конечно. Ну где-то 2400. То есть сегодня за 650 тысяч покупая в Берри Таунхаус, ты его тоже сдаешь за эти же деньги. Ну почему В принципе, то же самое. Ну, вопрос... Я просто в Калгари думаю, что вот те годы, которые Калгари потеряла, то, что они сейчас сделали, они изменили полностью налоговую политику, и там сейчас открывается огромное количество компаний, особенно IT. Там у них 8% корпораций. Консерватор власти. Там, да? да такс, и угу. нет той части, и части 5%. Точнее. Да. Вот, поэтому вот, я думаю, что там сейчас они, они будут отыгрывать эти цены. И там еще один Когда момент. Когда будет следующий проект? То, следующие проекты, мы, мы вошли в Калгари надолго, я думаю, следующие проекты будут после Нового года, уже будут несколько проектов у нас, то есть мы Планируем с ними работать. Там еще один плюс есть очень большой: там все покупки идут с 5% down payment, mm -hmm. а у нас все нормы с 15. Абсолютно разные, разные финансирования девелоперов там и здесь. Вот, там государство дает бонд на 5%, что ты докладывают твой депозит. Не как здесь программа, что ты потом должен будешь отдать половину там, с процентами, а это то, что ты вот на время строительства тебе одалживают деньги, чтобы ты добил вот эти вторые 5%. А финансирование там с 10% возможно. Поэтому там много чего интересного. Это надо уже отдельную передачу по Калгари делать. Так, в общих чертах. Алекс, вы уже сегодня упомянули про банковский процент, который недавно объявили банки, что к концу 2023 года, возможно, банковский процент возрастет в 8 раз. Не 8 как раз, это повлияет Восемь а раз это не имеет не значения. Это, это, это 8 раз будет поднятие. То есть, как говорят специалисты, что а, начнется поднятие, скорее, может быть, даже в январе этого. Ну, в принципе, это 8 раз. Потому что сейчас э, процент Центрального банка 0,25. Да? Да. То есть, То есть а... вот они 8 раз по 0,25. По будут поднимать. поднимать да. Да. Но это большой подъем, 2%. И, в принципе, э, теоретически, если посмотреть на всю ситуацию, я не вижу это возможно. То есть и подъем, да, планируется, что за два года следующий, может быть, за три, да, до конца неизвестно, поднимется года, да. на, на 2%. Что это значит для м, тех, кто получает моргиджи? Что сейчас мы имеем моргидж по 1.4%, а будем мы с 3.5%. Mm -hmm. mm -hmm. да. То, что мы имели, в общем-то, до пандемии. До пандемии, да. Те долги, которые мы нарастили сейчас со всеми этими, они тоже платят по этому же интересу. И увеличение на 1% — это увеличение на 20% биллионов выплаты долга. А GDP у нас очень низкий. И это надо будет отнять. То есть откуда деньги придут? Если мы возьмем все наши бюджеты, где они урежут? Негде урезать. Поэтому, скорее всего, вряд ли это произойдет. Но, допустим, даже произойдет. Когда это да может произойти? Это может только произойти в одном случае. Если инфляция выйдет из-под контроля. Вот если инфляция выйдет из-под контроля, то банки будут стараться ее как-то остановить, будут поднимать интерес, хотя уже многие специалисты сказали, что это не остановит инфляцию. Но если сегодня у нас инфляция официальная, даже 4%, а интерес, как ты сказал Моргичем, берем за 1,5%, то это реальный интерес минус 2,5%. То есть мы деньги берем с минус 2,5%. Понимаете, да? А Потому угу. что они обесцениваются быстрее, чем то, что процент за них платят. А если взять реальную инфляцию, а да, не э, то, что нам в да, сказке да. рассказывают, то там всем. получается совсем. И поэтому, если вдруг вырастет инфляция, будет там 5, 6, 7 процентов, а поднимут на 2 или даже на 3%, например, то все равно будем в минус 3. Понимаете? И вот то, что я рассказал на последней своей передаче, вот, даже не передаче, а на семинаре, я сказал формулу, формула роста, да? вывел там формулу роста, уже давно я ее говорю, это по поводу там инвентория, по поводу миллениалс, по поводу всех, и последний это был все время банковский интерес, я зачеркнул его, еще даже не знаю, что мне это скажут, я его зачеркнул и сказал, это больше не релевантно, релевантно аффордабилити насколько люди могут что себе позволить значит? купить? Согласен. Если интерес работает, оно работает и все. И что сделают, скорее всего в будущем банке мое видение тоже, они просто сделают моргич на 40 лет, да, на 50 да, лет, уже другого выхода не будет. То, что в Европе уже с площадью рядом происходит. И что будет? Просто дадут больше времени платить за за моргич. И affordability у людей вырастет. И они смогут покупать дальше по, по новым ценам. То есть это, скорее всего, что произойдет. А будут ли дальше расти цены? На мой взгляд, да, будут расти. Как они будут расти, это уже непонятно. Но сегодня ситуация в Канаде сложена таким образом. Иммиграция без иммиграции мы не будем существовать, правильно? Значит, цены будут расти я абсолютно уверен, что на каком-то этапе будет увеличение амортизации моргиджа. Вот. Другое дело вопрос, на какой? Потому что это очень опасная штука. Вот представьте себе, сегодня бы увеличили амортизацию на 40 лет. Да мы еще бы увидели на 50% подъем цен завтра, да? Поэтому этот инструмент, он рабочий, его будут держать до самого упора, пока у людей не закончатся деньги. Строительной индустрии и все, что связано вокруг нее, с ней, это миллионы рабочих мест и практически треть валового продукта Канады. Да? Соответственно, мы получаем эм, следующее, что пока у людей есть деньги, они будут покупать, и государство не будет трогать амортизацию. Как только закончатся деньги у людей, надо будет, чтобы все равно недвижимость шла и держалась на плаву, начнут увеличивать амортизацию. У есть банки, которые 35 лет дают. Ну да, есть? уже появились, да. да. Максим. В, Японии вообще 100. Да. Лет? 100 да. лет. Прекрасно. Покупаешь? Типа, а да. Они так, так, 90% людей и покупающих себе, и инвесторов. Абсолютно не важно, сколько эта недвижимость стоит, важно, сколько ты платишь. Mm -hmm. С точки зрения покупателя, просто, который себе покупает, вот он, если может ее оформить месячные платежи, значит она ему подходит. С точки зрения инвестора, если месячные платежи как-то играют с рентом, который приходит, и оно себя окупает, он тоже себе может ее no, оформить. А сколько она стоит это абсолютно не важно, сколько продажная цена. Максим. Mm -hmm. Расскажите, какие интересные проекты сейчас есть в GTA? Про Calgary мы поговорили. Ну, В GTA мы только что закончили первый Highland Condos. Я считаю, что это один из ну, лучших проектов этого года. Это Южная Скарбора. Люди обычно, как слышат Скарбора, их трясет. Да? А, это не то Скарборо, Это Южная Скарбора у большого лесного массива, у пляжа и так далее. Вот сейчас как раз подписания идут. Это 250 квартир. Вторые 250 квартир мы выпустим в январе. Цены будут чуть-чуть выше, но все равно это, это суперпроект. Потом в, ну, как, вторая половина декабря уже там, сейчас мы допродаем проекты, и вторая половина декабря уже никогда не, не открывают девелоперы а, проекты. Поэтому в январе выйдет эм, в Бурлингтоне проект Марта Джеймс, тоже очень интересный. Ну и потом, уже, начиная с конца января, пойдет целая цепочка проектов, пока рано об этом говорить. Алекс. После холодной Калгари перенесемся во Флориду. На прошлом семинаре вы говорили о ней. Расскажите и нам. Про Флориду мы говорим уже давно. У меня э, мой знакомый агент, он уже выступал не раз на моих вебинарах. А тут получилось, что он ко мне обратился, так как у него лайсенс есть и здесь, и там. Он говорит, я хочу перейти к тебе ну, в твою компанию. Он перешел в мою компанию, а я реш решил слетать во Флориду. Я приехал во Флориду, увидел, что там бум похлеще нашего. Ну не похлеще, но такой же. Да я хотел, чтобы похлеще. Может даже и похлеще. При мы ездили, посмотрели при домов, например, в, в Орландо, да? там есть очень интересные проекты. Если раньше просто зазывали туда автобусом, приезжали, чтобы хотели продать, то сейчас waiting list. Что такое waiting list? Это немножко отличается от того, что как продается здесь. Waiting list – это значит, вы записываетесь на waiting list на определенный тип лота или жилья, и когда подходит ваш момент, вам говорят, сейчас есть такой-то там лот или такой-то такой дом. Хочешь, не хочешь – Дают там один день на раздумье. Сказал «да» — окей, неси депозит. Да? Не сказал «нет» — следующему. И после этого уже начинает тебе для тебя его строить. Вот таким образом. Практически все проекты там waiting list. А, так как у него есть э, связи со многими билдерами, мы поехали. И у меня уже есть люди, которые там полетели и покупают. И пока они там были, там где-то освободилось место, где-то в другом месте, даже без waiting list -а, купили пару проектов. Слушай, а, интересно, это ты про Орландо, а что в Майами все? Я сейчас перейду к Майами. Что, что делать в Орландо? Во-первых, очень многие, у которых есть дети, очень удобно ездить туда отдыхать, потому что там красивейшие дома. Красивые дома. Скажем, 6 бедромов, 6 бассейнов да, со своим бассейном, хот-табами, со всеми делами. То есть можно приезжать, просто находиться на месте, как вакейшн дом В дополнение к этому клуб-хаус. Здесь бассейн, водные горки, лазер-ривер, Теннисные корды, гольф-клаб, все там есть. То есть человек приезжает на ресорт. И плюс он может давать на Airbnb. А на Airbnb такой дом сдается от 300 до 500 долларов в сутки. Представьте себе, если купили дом за 500 тысяч, там, пускай, 600 тысяч, и сдать его за 500 долларов в сутки. Даже если это будет 60% занятости. Какая там колоссальная кэшвол. Конечно, пришедший там, наверное, не такой будет, хотя а тоже Ресорт делает менеджмент, все. То есть не, менеджмент ты берешь отдельно. А. Как бы менеджмент отдельно ресорт. Есть на fee, которые плачешь, которые смешные, они ниже, чем в Кондо здесь, со всеми этими Это только у нас такие большие, большие цены. Там может 400-500 долларов в месяц, включая все вот эти громадные amenities, которые там есть, вот. А property management у нас тоже есть несколько компаний, берут от 10 до 20 процентов от того, что… Ну и там это отдельная тема, это очень долго об этом говорить, можете найти мой вебинар и посмотреть об этом. На следующем, кстати, вебинаре, который состоится 25 ноября, мы опять будем говорить про Флориду и, кстати, начнем говорить про Майами. По поводу Майами, значит, сам Майами не ездил, потому что Майами мне Майами, потому что там больше да, все ездят, а вот я именно смотрел район, Лили. скажем, ну, Голливуд, Форт Лодердейл, значит, там дома а, сейчас уже стоят в районе 600-700 тысяч, и они их тоже покупают Некоторые... Это не новые? Нет, ну, домам 50-70 лет. вот, хотя попадались, которым было 15-20 лет тоже, и был даже один дом, которому было 7 лет всего, то есть все зависит от цены А что новое от билдера? мне нет ничего от билдера. там негде строить от билдер в тех местах. От билдера это строится далеко, и там не самые лучшие районы, поэтому я даже не, не шел бы. А вот эти дома, которые 5 минут на машине от моря, с бассейном, со всеми делами, то есть тоже сдают где-то долларов 500 за сутки. И очень много людей приезжают, потому что сейчас пандемия, люди не хотят ехать в гостиницы, хотят быть в своей компании и снимают вот такие дома. Есть еще сегмент кондо. Кондо совсем другой сегмент. И в этом сегменте Airbnb почти везде запрещен. Почти везде запрещен. Есть отдельные дома, где, где можно сдавать, но там, естественно, цены уже высокие. Но все равно есть нет, нюансы. Я, я смотрел как-то себе еще несколько лет назад. Вот эти дома, где можно сдавать по, ну, в короткую аренду, просто дабл цена. от. Ну не да? дабл сейчас, но, почти но выше. Дабл. Ну, почти дабл. дабл. Если это хороший современный комплекс, Тогда ну, дабл, то, да. то да. дабл цена. Да. Вот. Но, тем не менее, все равно там есть такие, никуда, э, такие точечные вещи, где, где можно э, найти, найти такое кондр У них таксы еще очень высокие. У них таксы, э, да, property tax у них намного выше. По сравнению но с нашими. Но Наши, мейтенос... кажется, большие. Но maintenance fee намного ниже, скажем так. Поэтому все это компенсируется. Скажем, в домах, которым mm -hmm. по 50-70 лет, там maintenance fee, ну, максимум 700 долларов, где уже там почти все включено. Понимаешь, в домах, которые 50 лет, сколько здесь будет maintenance fee. Ну, кстати, на новые, потому что мне приходят постоянно новые проекты с Майами, да, я бы не сказал, что ниже мейнтинг, примерно такой же. Да, но те новые, это, это другого уровня я как раз таком останавливался. Бассейны, шаттлы, которые да, тебе возят, да, там, правит да. бич практически, ну это не Private, там нет правит бича, но есть бич, подход руфтоп, бассейн, такой бассейн, то есть там, это это, это Нет, это то, что у них резорт, это я Это, 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 это просто друго, другая лига. Вот, и то, что происходит во Флориде, так как многие сейчас то стремились, многие люди переезжают, а многие хотят иметь как вакейшн дом, потому что то же самое, что здесь с коттеджем происходит. И люди покупают для того, чтобы сами, самим пользоваться и сдавать на Airbnb. и, кстати, по поводу тенантов. Там не выселяют тенантов, как здесь. Там человек не платит, приходят полицейские и выкидывают на улицу вещи. То есть нету там такого. То есть, кстати, в Калгари тоже нет рент-контроля, вообще нет. Да. В общем, там все это очень спокойно. Ну, естественно, Airbnb Uh, еще более спокойно. Uh, есть города, где запрещены Airbnb. Скажем, Букаратон классный город. Airbnb запрещен по всему городу. То есть надо знать нюансы и прочее. Но кэшфлоу там колоссальное: и две, и три, и даже больше тысяч может быть вместе спокойно. Uh, кэшфлоу. У меня остался один вопрос. Uh, скажите, как вы считаете, в этом году будет предновогоднее охлаждение? Потому uh, что мы в прошлой передаче обсуждали, решили перенести ее. Знаешь, я думаю, что да. Потому что, как бы, помните, я сказал по поводу того, что все зависит очень от того, какие будут ограничения, будет ли у нас следующая волна. Похоже, что следующей волны нет. И, как бы, я думаю, что люди уже ждут этих новогодних праздников все. Поэтому я думаю, что этот год будет в норме. И где-то с середины декабря мы увидим остановку рынка. Это, и это про конды ты говоришь? Я думаю, про про, про, нет, это в и, домах про и про совсем другая это ситуация. Другое. Все года, сколько я вот занимаюсь риэл-эстейт, Наоборот, бум начинается именно в это время. Вот почему? Потому что инвесторы, которые ищут дома, не всегда ищут, у них нет там новогодних праздников. А даже если есть, во-первых, инвесторы разные, у всех разные вероисповедания. В это время просто никто не выходит. А домов нету. И, И поэтому малыш. на каждый дом. Выскакивают сразу 50 покупателей. Не, но общего рынка. Подожди, подожди, то, что да, они продаются, продается все, да, и да. всегда. Вот, но просто общего количества большого продажа... Скорее всего, даже не сейчас нет. Потому, что, потому что, что домов нет. Люди просто не, выста, не выставляются. Угу. Хотя самая лучшая сделка у меня была 31 декабря в прошлом году. К сожалению, время передачи подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей передаче через месяц. Всего вам самого хорошего. До, До свидания. свидания.